Всем грибной привет! Встречаем лето, встречаем его в лесу. Дожди прошли, очень сильные, вот мощные дожди. Все находят маслята, все находят подберезовики, пошли белые грибы. Конечно же, очень много неизвестных съедобных и несъедобных грибов. Я нахожусь в Черниговской области, чтобы показать вам, что растет в начале лета в 2020 году. Украина, Черниговская область. Поехали! Ты только ж посмотри, какой ножка. Ножка такая вот. Это ж подберезовик всем подберезовиком. Вырвем с ногой или выкрутим. Вот это вот толстое, неизвестно что, это мой первый подберезовик. Первый нормальный гриб на моем канале в 2020 году. Вот, я его выкрутила, сейчас чистим. Зачем именно вырвать с так называемым корнем? Видите, как удобно? Ножка мясистая, хорошая, не червивая, и я ее сейчас своим любимым ножом грибника счищу аккуратненько, и у меня останется вот такая толстая мясистая ножка. А если я ее срежу, ну, мне останется какой-то кусочек шляпки, а мне этого недостаточно. Видите, какая ножка у подберезовика. Здесь шляпка. Она в трубочках, таких мелких-мелких. Вот они станут крупнее. Если гриб бы вырос, поры здесь были бы крупнее. Кстати, кто не знает, вот эти вот большие листья, это папоротник орляк. Вот он уже не ломается, оттого он уже и не съедобный. Это тот папоротник, который я готовила. Ссылку оставлю в описании. Ну что, видите, какие у него заросли, когда он вырос. Вот он поодиночно, каждый растет одиночной веточкой, с листиками, вот сам. Ясное дело, такой орляк уже не собирают. Теперь уже до следующей весны. Вот такое вот место с папоротником орляком. А вот для сравнения папоротник, который называется щитовник мужской. Такой, так сказать, лесной аналог страусятника, страусника, как кто называет. Видите, он растет кустом. Вот так вот растет кустом, не по одной штучке, а вот он растет вот целым кустом, видите? И листики не поодиночные, полностью все усеяны такой вот зеленью. Так вот это щитовник мужской. Что самое интересное, ядовитый. Кушать нельзя. Нельзя. А вот и первый масленок, который я нашла сегодня. Следующий нормальный гриб. Обратите внимание, у этого масленка есть пленочка. А это означает, что это у нас самый масленок обыкновенный. Второе название вот такого масленочка с пленкой, это масленок поздний. Но никакого отношения к позднему времени это не имеет. То есть этот масленок, да, встречается и осенью тоже. Это просто его название. Кстати, бытует мнение, что настоящий масленок бывает только с пленочкой под шляпкой. Вот если ее сдереть, там гименофор трубчатый. Да, вот низ. Не пластиночки, а такие желтенькие трубочки. Но есть другие виды маслят. Например, масленок зернистый, у которого такой пленочки нет. А это масленок. Вот его низ. Эту пленочку мы счищаем, она нам не нужна, и остается вот такой вот низ. Самого масленка пленка счищается,
остается белая мякоть. Ее можно, эту пленку, счищать, а можно и нет. Ни на вкус, ни на что это не влияет. Только два масленка со шляпкой могут слипнуться друг с другом в баночке. Все. Это тоже масленок. И вот он в этой канавке, ему, видать, влаги хватило. И вот там вот идут. И здесь несколько. Подсчитали. 7 штук они ему. Вот такие вот маслята бывают внизу. А вот такие вот руки после того, как ты вырвал такой масленок. У этого толстая ножка и чистая. Но бывают ножки и намного тоньше. Вот такой вот масленок. Мы приехали в молодой сосничок. Потому что там, где должны быть белые подберезовики, ну и всякое тому подобное, растут, что растут? Свинушки растут тонкие. Посему решили проверить вот эти сосны. Дорога здесь не такая укатанная, людей здесь было немного и есть маслята. Посмотрите только, как выглядит природа, какие сосны стоят, какие березы впереди. Я вообще восхищаюсь этим местом. Здесь до такой степени все настоящее. Здесь такой воздух, здесь такая погода. Здесь эти букашки летают, и даже их звук прекрасен. Вот такое вот начало лета. А мы в куртках. Ну вот какой-то очень большой гриб, срежем его. Пока еще непонятно. А это огромная, это у нас свинушка тонкая. Та самая свинушка тонкая, которую еще в народе называют поддубником, и которая является медленным ядом. Кому интересно, оставлю ссылки, почитайте, почему в научных кругах это доказано. Но сейчас вот она уже пошла. Ну а вот и точно подберезовики. Вот 100% подберезовики, которые я нашла. Видите? Самые настоящие. Уже такие влажные. Шляпки, напитанные влагой. Посмотрим их на чернилость. Сегодняшний мой выезд в лес абсолютно не запланированный. Нахожусь я в таких местах, куда машина просто не доедет. И едем мы на мотоцикле. Или на мопеде, не знаю, как правильно. Давно не было у меня такой поездки. И давно я не видела подберезовиков. Первый вот чистенький. Видите, какой у него гимнофор уже немножко потемнел. А второй, к сожалению, червивый. Видите? Но как бы не нацелена на сбор, я сегодня вам просто показываю, что растет в Черниговской области в начале лета. Ну что, ищем теперь подберезовики. А вот и молодые маслята, именно молоденькие. Я даже вижу, что они уже будут хорошие. Вот, у них вот это вот колечко, пленочка, которая была приросшая к краю шляпки, она уже опустилась. Точнее, колечко уже опустилось. И получился чистый грибочек. Видите, уже пленочки на нем нет. Посмотрим у маленького. Вот, маленьком. Еще пленочка осталась. Ну, ничего страшного, потом счистим. И там еще есть совсем-совсем крошечка. Сейчас вам покажу, срывать его не буду. Вот это вот маленькое, это тоже масленочек. Вот он совсем-совсем крошечка. Вот. Его я трогать не буду, ну, нерационально это как-то. Маслят, но очень особый запах. Вот он ни на что не похож. Непередаваемый запах. Он остается и при варке, он потом и при жарке остается. И вкус у них очень-очень приятный. Так что маслята я собирать люблю. Не люблю грязные руки после них и не люблю их чистить. Поэтому чищу крайне редко.
Теперь нужно обсмотреть вокруг этой сосны еще, потому что маслята растут в основном зеленью. И вот еще один масленок. Тоже, я думаю, очень хороший. О, сейчас мы его прям срежем. Очень удобный нож. Вот легко им можно подковырнуть любой грибочек. Но мне сегодня очень повезло. Видите, масленок хороший. Тоже уже без колечка. Он такой скользкий, такой противный. Кстати, вот эта вот шляпка и вот эта вот кожица, они оставляют такие коричневые следы на пальцах. Вот так что берем этот. Часто рядом с маслятами можно встретить вот такой вот гриб. Такой немножко красновато-розоватый. Бывают шляпки в полосах, но вот молодой, например, посмотрите, бывает и без. Довольно-таки гладкая шляпка. Вот. С ножкой практически в цвет шляпки. Это гриб-лаковица. Вот это лаковица. Есть три вида лаковиц. Есть лаковица большая, есть лаковица розовая и есть лаковица двухцветная. Самый большой прикол в том, что отличить их визуально очень-очень сложно. Они очень сильно похожи друг на друга. По три вида являются интересными, вполне съедобными грибами. Все, кто их пробовал, говорят следующее. С майонезом покатит. Посему собирать их не рекомендую и мало про них рассказываю. Но если вы собираете маслята, вы можете встретить целые колонии этих грибов. И будет очень хорошо, если вы будете знать, как они называются. Сейчас покажу вам его поближе. Этот гриб лаковицу. Это гриб пластинчатый. У него пластиночки. У него вот шляпка. Ну, это вот бугорок, выемка, но это не важно. Не всегда они есть. Вот. Ножка, считай, такого же цвета, как и шляпка. Вот. Не переходят пластинки в ножку. Пластинки отдельно. Гриб довольно-таки хрупкий. Вот. И ножка разрывается. Она волокнистая. И гриб разрывается. Видите, какие большие и широкие у него пластинки. Запах у лаковицы, конечно же, есть. Он такой вот грибной, чем-то отдаленно напоминающий маслята. Но гриб неинтересный совершенно. При желании можно набрать. Если вы пробовали, напишите ваши впечатления. Но пока еще положительных отзывов нет. Еще маленькие рядышком. Хороший. Ну что, погуляли неплохо, грибы есть, будем возвращаться домой. На мотоцикле очень удобно по грязи Черниговской области, где я живу, где находятся мои леса.